проводили на пенсию в лучших традициях пожарной охраны. Биробиджанские огнеборцы сегодня отправили на заслуженный отдых своего коллегу, водителя Дмитрия Чекалдина. Как прошло его последнее боевое дежурство, расскажет Алексей Калашников. Оберегать от огня имущество, природу и, самое главное, бесценные человеческие жизни – призвание святое. А когда этим занимаешься на протяжении десятилетий, это вообще сродни подвигу. Наш сегодняшний герой из тех, о ком говорят бесстрашные. На его счету немало спасенных людских судеб. В пожарной охране Дмитрий Чекалдин с 2009-го начинал водителем, но со временем дослужился до старшего инструктора по вождению. Общий стаж Дмитрия в силовых структурах – более 20 лет. ДМЧС был в МВД и по контракту в армии. На вопрос, почему выбрал призвание спасателя, отвечает: хотелось помогать людям. Кроме огня, на его долю выпадала борьба с самыми разными бедствиями. Выезжали в Ленинский район, в Амурзе, по Еврейской автономной области, в Облуча, Пашково, ну, много населенных пунктов, где была нужна наша помощь. Также в Приморский край, поселок Барабаш, там выезжали туда, там около месяца были, ликвидировали последствия потопления там серьезного. Ведомственные медали и нагрудный знак за заслуги – общественное признание труда Дмитрия. А коллеги ценят его за ответственное отношение к работе. С Дмитрием служу более 10 лет уже. Он является профессионалом своего дела, опытный водитель, на которого всегда можно положиться в трудную минуту. Он всегда поможет, всегда даже подскажет что-то, если мы упускаем. Как говорится, глаза и уши на пожаре. Самое главное для водителя – вовремя доставить боевой расчет к месту возгорания. Для этого необходимо постоянно следить за техническим состоянием пожарного автомобиля и его оборудования. Дмитрий начинал на ЗИЛах. Сейчас техника более мощная и оснащенная. Но неизменным осталось одно – сами огнеборцы. Коллектив очень дружный у нас, хороший. Мы совместные выезды на природу, на рыбалку, там спортивные мероприятия, друг друга всегда все поддержат, помогут, если надо, подскажут. Никогда не бросят тебя просто так, там, разбирайся сам, как хочешь. Коллеги пожелали Дмитрию, чтобы он не забывал дорогу в первую пожарно-спасательную часть, где ему всегда рады. Ну а под занавес дежурный караул облил новоиспеченного пенсионера водой из пожарного рукава. По традиции, так с уходящего на заслуженный отдых бойца смывают сажу и копоть, накопившиеся за годы службы. Алексей Калашников, Владимир Кучинкин, Вести, Биробиджан.